Меня зовут Дешен Ванг. Я родился и вырос в Китае, в городе Шэньян. Люди стали узнавать меня после моего выхода на подиум. Кто-то даже назвал меня «горячий дедуля». Еще говорят, что я сенсация в интернете. Но знаете что? Чтобы подготовиться к этому дню, я тренировался 60 лет. В свои 24 года я был актером в театре. В 44 я начал учить английский язык. В 49 лет я создал свою труппу пантомимы и отправился в Пекин, чтобы стать пекинским бродягой. Мое имя ничего не значило. Я все начал с нуля. В 50 лет я впервые вошел в гимнастический зал. Начал работать над собой. В 57 лет я вернулся на сцену и создал уникальный вид искусства, названный «живая скульптура». В 70 лет я по-настоящему погрузился в работу над своим телом. В 79 лет я впервые совершил выход на подиум. Сейчас мне 80 лет, и у меня еще есть порох в пороховницах. У меня еще есть мечты, к которым я стремлюсь. Поверьте мне, ваш потенциал достоин реализации. И когда вы думаете, что уже слишком поздно, будьте осторожны. Возможно, именно так вы выбираете оправдание для того, чтобы сдаться. Никто не способен удержать вас от успеха, кроме вас самих. Когда пришло время сиять, будьте самым ярким. Я Дешен Ванг. Я неистовый.